Микки всего 3 года, но он уже стал настоящей звездой не только цирка, но и телеэкрана. Лето этого года у шимпанзе было насыщенным. Помимо представлений, съемки в Ералаше, программе «В мире животных» и рекламном ролике. Кстати, во время съемок рекламы телезвезда немного покапризничала. Любит планшет, фотографии, он рассматривает, себя любит рассматривать. У меня сын младший, вот он его любит, он его увидит, целует. И он как бы не хотел, он искал эти фотографии, листал там, нажимал на все. Он своим пытался заняться, но потом я ему объяснил, что надо отдать. И он чуть-чуть помучил людей, но отдал. Друг Микки Мурат Хадыров всю жизнь работал в цирке на Цветном бульваре акробатом. Говорит, что завел обезьяну для души и не ожидал, что шимпанзе вырастет таким талантливым. Это как ребенок, понимаете? Сколько ты в него вложишь воспитание, то и получишь. В Ярославль неразлучные друзья приехали для участия в программе «Карнавал животных». В их шуточном номере Микки выступает в роли канатоходца. По словам Мурата, шимпанзе – гвоздь программы. Программа «Карнавал животных» пробудет в нашем городе до 24 ноября. Ну а Микки больше всего понравился наш микрофон, поэтому я его могу ему смело передать. Тише, держи. Тише. Дашь дяде поговорить, не крути только. Иван Уваров, Анатолий Цукерман, Микки, я новости.